В поселке Октябрьском Прикубанского района республики сегодня открылась новая врачебная амбулатория, построенная по поручению главы Карачаево-Черкесии. Прежнее здание прослужило медикам несколько десятков лет и давно израсходовало свой ресурс. На торжественном открытии побывал Артур Мхце. До недавнего времени именно в этом здании в течение многих десятилетий располагались специалисты Октябрьской врачебной амбулатории. После очередного града ставшая решетом крыша перестала от чего-либо защищать. Поэтому построенная рядом по нацпроекту здравоохранения новая амбулатория стала долгожданным приятным дополнением к каждодневному труду врачей. У нас протекали потолки, у нас не было отопления. Зимою это у нас было самое настоящее бедствие. Стены покрылись плесенью. Приходилось вот в таких условиях нам работать. Теперь вот по нацпроекту нам построили вот это помещение, мы перешли сюда. Мы не можем нарадоваться, точно так же, как наши больные. Участие в торжественном открытии врачебной амбулатории приняли представители власти в регионе и районе. Зампред правительства Джанибек Суюнов отметил, что в Карачаево-Черкесии обновление первичного звена здравоохранения идет активными темпами. Это все делается для населения, дает возможность нашим врачам, медицинским работникам, которые здесь сегодня работают и будут работать, позволит им еще шире и доступнее быть для населения нашей республики. Оно сегодня полностью укомплектовано в рамках тех требований, которые предъявляются по новым нашим фельдшерско-акушерским пунктам. Далее символически перерезанная ленточка и экскурсия по кабинетам. Там уже полным ходом шел прием населения. Педиатр, терапевт, фельдшер, специалисты других профилей. В здании для всех постарались создать оптимальные условия. Новое, более комфортное здание вот построили нам. И для ожидания самих пациентов более комфортные условия, так как в коридоре более просторно. Более комфортно стало и посетителям. Зимой тепло, есть где дождаться своей очереди. Пришел на прием к нам новое помещение. Вот раньше было старое, холодно было, а сейчас здесь хорошо, уютно. 23-й год у нас был для медицины Карачаево-Черкесии одним из прорывных. Порядка 20 объектов здравоохранения участвовали в модернизации. Это и строительство и новых врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов. Это и капитальный ремонт и реконструкция зданий здравоохранения. Большие планы у нас также и на 2024-2025 год. В зоне внимания специалистов здравоохранения поселка Октябрьского порядка 1200 человек. Оснащенное всем необходимым обновленное здание врачебной амбулатории готово к приему людей. А в случае экстренного вызова у медиков есть возможность оперативно отправиться к пациенту. Транспорт всегда под рукой. Артур Мхце, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.